мощь, сила, скорость. Эти герои идеально подойдут для моей коллекции. Я Дремоген, повелительница тысячи измерений. С моей армией клонов я открыла порталы в новые миры. И буду править ими всеми. Эй, ты! Как бы, кем бы ты ни был, нельзя сидеть сложа руки. Помоги мне. Что это за место? А ты кто такая? Говорит Акс, боец. Кажется, наши миры стянулись в это измерение. А меня зовут Эми. Эми Роуз. А я Акс, боец. Это, ребята, из Golden Axe. Кто помнит такую игру на Сеге? Это вот один из главных персонажей. Акс, боец? Но у тебя меч, знаешь что? Ладно, забудь. Важно, что мы держимся вместе. Розовый кролик Эми права. Я чувствую врага. Нужно подготовиться к бою. Я ежик. Акс, носитель меча. Остановим этих созданий и спасем наших друзей. Да, ребята, это игра из разряда 3 в ряд. Они атакуют, приготовься. Совмещай синие, чтобы атаковать Аксом-бойцом. Поехали. Ребят, на самом деле я в нее уже играл на мобильном устройстве, но ради сегодняшней серии я начал все с самого начала. И буду надеяться, что эта игра вам понравится. Совмещай зеленые треугольнички, и Эми Роуз пойдет в атаку. Поехали. Счетчики врага уменьшаются на 1 с каждым ходом. Враги атакуют после истечения времени на их счетчики. Совмещай для атаки. Так, ну что, ребят, давайте совмещать для атаки. Вот так вот мы сделаем. Самые начальные враги, естественно, здесь будут легенькие, но со временем здесь будут даваться очень и очень разные. Их очень много, этих персонажей. Так что, ребята, все это вы увидите. Вы мне пишите в комментариях, как вам игра. Дыханием Гулда. Что это за враг? Просто ниндзя, ничего особенного. У меня есть друг ниндзя. Боюсь, ваше путешествие закончится здесь. Но это мы еще, во-первых, посмотрим. Так, опа. Неплохо он, да, сделал. Так, ну что, ребят, совмещаем для Акса. Он у нас персонаж синенький, поэтому нужно синенькие квадратики совмещать. Манна Эми восполнена. Используйте ее максимальный скилл сейчас. Давай сделаем. Так уж и быть. Отлично, вот тебе весь ниндзя, ребята. Вышел он весь. Получены осколки героя Ай-Ай. Использую их для разблокировки героев. Да, ребята, это та самая маленькая обезьянка. Использую осколки героя, полученные в результате битвы, чтобы разблокировать Ай-Ай. Так, ну что же. Разблокировали. Желтый герой, ребята, это у нас. Продолжить. Супер Монки Белл. Помните такую игру, да? Ай-Ай разблокирован, он желтый. Ай-Ай может защищать щитом и лечить всю команду. Поехали. Достойная победа. Еще рано праздновать, кто-то еще идет. Но что-то мне подсказывает, что это не враги. Ой, Ай-Ай, не знаю, где он, но рад встрече с тобой. У тебя есть банан? Бананов у нас нет, но, возможно, мы найдем парочку по ходу нашего приключения. Нам бы пригодилась такая мартышка, как ты. Пойдешь с нами? Ура! Вперед за приключениями! Ты беги, Ай-Ай-Ай будет катиться. Квесты, ребята. В квестах можно получать ценные награды и кучу опыта. Давай взглянем на них. Первые шаги. Вперед. Проходи этапы кампании, чтобы продвигаться в квестах и собирать осколки героя. Естественно, ребята. Продолжаем работать командой, у нас все получится. Говорит Эми. Совмести 4 синих квадратика и получишь синюю звезду. Вот так, ребята. Совмести звезду Акса-бойца для его звездного навыка. Окей. Вау, вот так вот, ребята. Теперь сделай еще одну звезду. Сделаем. Так, и совмещаем ее. Да, ребята, у нас получается вот такой вот щит. Продолжай совмещать. Обязательно буду продолжать. Поехали.
Так, ну что, эту... Это, ребята, кто не узнает вот этих вот монстриков, это у нас из Соника. Помнит все, наверное, многие эту игру. Так, секунду, подожди, что нам лучше здесь сделать? Вот так вот. Все. Асу мы эту забомбили. Дримоген очень занятая леди, поэтому драться с вами буду я. Обещаю, это закончится для вас плохо. Совмещение плиток дает ману для навыков. Нажми на портрет героя, чтобы применить максимальный навык. Бананы, ребята, бананы. А вот этих вот героев я, честно говоря, не помню. Совмещай, чтобы победить мистера Икс. Угу. Мистера Икс, поехали. Бумс, минус. Воу-воу-воу, потише, братиня. Сейчас мы его нахлобучим, ребята. Сейчас мы его нахлобучим. Безумные пули. Ха-ха, и все мимо. Все в щит ушло. Давай-ка мы, наверное, сделаем с вами... Можно, конечно, сделать удар звездный аксом, а можно сделать вот так. Вот и все. Мистер Икс погиб. Полученные очки опыта игрока. Они понимают твой уровень игрока. Понятно. Мы получили с вами второй левел, а на самом деле я доходил до восьмого. С восьмого я начал все заново, ребят, только для вас. Эти враги становятся сильнее, и если мы хотим победить, нам нужно тренироваться. Тренироваться? Взгляни на эти мускулы, розовый кролик. Этим мускулам тренировки не нужны. Ёжик, да, очень нужны. При повышении уровня игрока герои могут увеличивать уровень. Наборщик значения. Так, поднимаем уровень Эмми Роуз. Постоянно тренирую героев, чтобы давать им больше здоровья, атаки и силы навыков. Конечно, будем делать это. Еще больше врагов на радость нашим клинкам. Ой-ой-ой, веселиться с новыми друзьями. Может, ты и мартышка в мече, но у тебя сердце настоящего воина. Здорово, я воин. Да-да, ты воин, мартышка. Так, ну что же, ребята, у нас кампания, и мы с вами продолжаем. Продолжаем ее проходить. Так. Совмещай плитки ряда, чтобы заполнить шкалу отряда. При каждом заполнении шкалы отряда урон, наносимый твоей командой, повышается до конца этапа. Вот так вот, ребятули. То есть, вот эти вот ребята мне напоминают со Straight Rage. Помните, наверное, такую игру? Вот что-то типа того. Так, ну что же, некогда тут размусоливать. Давайте продолжать играть с вами. Так, здесь мы с вами сделаем... Ниндзя очень опасен. Нажми, чтобы нацелиться на ниндзю. Угу, нажал. И будем вот так вот делать. А, хорошо. Слушай, успокойся. Что бы нам сделать? Давай вот так вот. А? По красоте моего, да? Ну, на самом начале, ребята, здесь все будет легко и просто. А вот дальше будет просто жесть, поверьте мне. И все будет зависеть от того, кто у нас будет в команде и как будут хорошо они прокачаны. Ну, а пока все на изи. Грубо говоря, это как тренировка у нас сейчас пока идет. Так, нахлобучили. Ну что, остался последний партизан. Сейчас мы его быстренько ушатаем. Так... Ага, нажми и удерживай портрет, чтобы увидеть действие максимального навыка. Наносит 72 магического урона команде врага. Если уровень отряда 2 в плюсе, вызывает оглушение команды врага. Вы поняли, да? Я лично понял. Совмещение отряда усилило это навык оглушением. Так, используй свой усиленный навык. Я понял, понял. Давай. Вот так вот, ребята, мы его оглушили, этого злодея. Это, опять же, герой из Golden Axe. И мы еще, знаете, что с вами сделаем? Наверное, мы вот так лучше сделаем. Будем атаковать Аксом. Так, теперь что у нас? Где тут совмещение? Смотрим. Давай вот так сделаем. И вот так. Отлично, по красоте идем. Этот сильный враг, ребята, очень сильный. Потом он нам будет доступен. По-моему, даже если мы сейчас пройдем. Могу я ошибаться? Так, что же нам сделать-то? Ну, давай вот так вот сделаем. Так, поехали, будем усиливаться. Так, что ты делаешь? А, у нас еще, ребят, появятся герои с красными вот этими вот. Пока его нету. Злой-то какой, а? Злой и мощный. По красоте. Давай далее. Так, что бы нам сделать? Давай вот тут вот, наверное. И вот тут.
У вас ничего не вышло. Дремоген всемогущая. Ее невозможно победить. Но только не нам, ребята. Конечно же, мы когда-нибудь с вами, наверное, победим, Дремоген. Но вот когда... Ура, мы победили, теперь у нас есть бананы. Больше квестов, еще, да-да-да-да-да. Здесь явно полно плохишей, которых нужно проучить. Девочка может к этому привыкнуть. Ряды наших врагов увеличиваются, нам нужно больше союзников. Правда, теперь у меня есть мой молот, а у тебя есть твой меч, Акс. А у Ай-Ай-Ай, ну, у него есть мяч. Да, да, Ай-Ай-Ай готов. Дремоген, мы идем за тобой. Забрать. Уровень повышен, ребята, я получаю 3-й. То есть буквально на этом заканчивается, по-моему, наше обучение. Кажется, дальше ты справишься сам. Следи за квестами. Удачи, мы еще поговорим позже. Так, давайте-ка мы, ребята, с вами... Ох, когда-то вот этот вот босс будет первым. Ой-ой-ой, увидите, как будет с ним сложно драться. Ну, а для начала мы с вами открываем сундук. Бесплатный, конечно же. И кто нам выпадет? Так, 40 энергии дают. 2000 золота и... Ух ты, крем-чиз. Это круто. Спасибо большое. Так, и у нас тут доступно что? Специальное предложение. А если я не хочу, можно здесь что-нибудь взять у вас бесплатно? Да, можно. Сундук. Так, 1500 золота и... Атомный флакон, 5 штучек. Гус! Одна карточка из 25. Так, ну что же, ладно, ребята, через 3 часа у нас будет готов еще один сундук. И, по-моему, здесь бесплатного больше ничего нету. Так, и мы можем с вами что? Да, повысить уровень наших персонажей. Отлично. Все. А, погоди, не все, ребята, еще можем... Еще, как же это я так пропустил этот момент? Ну что, дорогие друзья, мы с вами продолжаем наше путешествие. Героев здесь будет очень много, вы посмотрите, это еще не все, поверьте мне. Так, квесты. Забрать. И первые шаги. Вперед. Вот это, ребята, будет у нас четвертый персонаж. Он будет красным. Да, поехали. У нас, видите, как желтый есть, есть синий и зеленый. И теперь будет красненький боец, которого мы можем с вами применять, собирая в ряд вот эти вот красные гемы. Так, ну, все, наверное, видят, да, что вот этот панкуша из Street Rage игры, это, по-моему, тоже, а вот это уже вроде бы главная героиня из Golden Axe. Там, помню, можно было Аксом играть, и можно было вот этой Барбарианшей играть. Ладно, ребята, поехали. Упс, отлично, хлобучим. Давай. Так, теперь, ребятушки. Оу-оу-оу-оу, тихонько. Потише, ребятули, не надо так буянь, пожалуйста. Здесь будет босс у нас. Вот та самая бабеночка красненькая. Так, тихо. Ну-ка, смотрим. Давай, поехали, вот так. Теперь вот так. Ну что, последний у нас панкуша здесь остался. Мы его сейчас тоже быстренько, ребят, с вами нахлобучим. Так, главное найти, какие эти сопоставить, елки-палки. Растерялся аж, бедный. Конечно же, все вот так вот делается. Так, побили. Вторая волна, ребята, у нас. Ох, а вот эти вот жиробасы очень серьезные. Поэтому, я думаю, надо начинать именно с них. Поехали. Так. Слушай, дай-ка я попробую так, ребят, сделать. Пускай немножко будут оглушены. А, нет, мы не оглушили, потому что у нас не было второй стадии шкалы. У нас только первая стадия. Только в том он случае может оглушать. Поехали. Так, остался один жаробасик, его нету. Так, ну что, второго жаробаса будем тоже валить, ребят. Смотрите, они у нас очень здорово отнимают здоровье. Очень здорово. Особенно вот эти вот здоровички. Мне бы, конечно, хотелось бы немножечко себя... подлечить или, по крайней мере, защитить. Атака молотом от ежика. Да. Мы прошли. Победа. И, как видите, нам достается вот это вот. Это персонаж из игры... Ладно, потом. Полученные осколки героя Блейд Финдинг. От прошлой битвы. Угу. Использую осколки героя Блейд Финдинг, чтобы разблокировать ее. Да, ребята, вот она. Она, по-моему, из игры...
Street of Rage, да-да, именно про эту игру, которую я вам, ребята, и говорил, откуда эти панки и так далее. Теперь у тебя полная команда, подсказка. Ты можешь заново пройти битвы, чтобы собрать осколки героев побольше. Так, ну что же, давайте ее подготовим. Она получает третий уровень. Как боец она неплохая, ребята. У нее большой крит, но все равно она слабовата будет. Ладно, ребят, мы с вами продвигаемся дальше. Это нам не нужно. Поехали. Вперед, как говорится, из песней. В бой. Так. Ага. Начну-ка я, пожалуй, вот с первого уровня. Нет, это не первый уровень, ребята. Это сколько им ходов осталось до ихних действий. Так, поехали. Начинаем. Что за лаги? Что залагало? Так, секунду. На Акса, да, решили все напасть? Ну ладно, пускай так будет, а мы будем повышать себе шкалу. Она нам тоже пригодится. Так, ну что, смотрите, ребят, как она дерется. Ну-ка, вот так, если. Ну, он ватник, ребят. Ватника мы этого сейчас с вами завалим. Готов. Так, теперь надо шкалу улучшить. Есть. 10% бонусного урона. Давай вот так вот сделаем. И совместим сейчас для Акса. Сделаем удар. Тут у нас две волны, поэтому не стоит, ребят, сейчас распаляться вот на суперудары. Мы и так сейчас с вами здесь должны пройти. Блин, Панкуша, ты достал уже на самом деле. Успокоиться никак не может. Давай здесь сделаем. Так, вот тут. Все, завалили, да? Ох, вот этот тут, ребята, тоже. Он из Golden Axe игры, гном этот. И он тоже очень... Что за лаги? Что такое там? Я не могу понять. Такого не было. Видимо, там, наверное... Рендерик подходит к концу. Опс. Мощно, мощно. Ничего не могу сказать. Но для нас этого недостаточно. Опс, опс. Вот теперь, по-моему, ребят, пора применять суперудары наши. Поехали. Отлично. Кровотечение повесили. Добьешь ты у меня, а? Красавица-то моя, забомбила. Оглушили. И теперь что нам сделать? А, мы уже даже и убили ее. Хорошо, пусть кто-то объяснит мне, что тут происходит. Спокойствие, как тебя зовут? Успокоиться? Меня зовут Блейз, и последний час я сражалась с чем-то, очень похожим на моих друзей. Сказать, что денек не задался, ничего не сказать. Прости, Блейз, я Акс-боец, а это мои друзья. Я уверен, мы все на одной стороне. Это уж точно. Квест пройден, скорее за наградами. Давай заберем. Так, вау, 4-й левел мы с вами получаем, и это шикарно. Как я вам говорил, что я остановился на 8-м. Так, доступно специальное приложение. Так, давай-ка мы вначале прапаемся. Видите, да, из каких игр эти персонажи. То есть все прописывается. Откуда? Golden Axe, Monkey Bale и так далее. Так, ну, а, подожди-ка, а что здесь? Ага, банановый дождь. Так, наносит 3 удара по 16 магического урона каждому врагу. Восстанавливает 32 здоровья команде Ай-Ай. Конечно, сделаем, ребят. Вторая, да? Вторая стадия. Нормуль. Ну что же, а мы продолжаем, ребят. Потом здесь откроется очень много чего после 7 уровня. Гильдии пока, я так понимаю, пока в разработке, они недоступны. Ну да и не важно. Ну что же, поехали в бой. Команда у нас та же самая, нам пока никого нельзя, хотя вскоре мы с вами получим еще ниндзю. Так, ну что же, поехали. Будем потихонечку их разбирать. Вначале, да, я еще раз говорю, все так кажется легко и просто, безмятежно, но потом будет на самом деле очень, очень жестко. И, ребят, еще раз повторю, пишите в комментариях, как вам игра, если она зашла и понравилась. Можем ее попроходить маленечко, почему бы и нет. Она ненавязчивая, успокаивающая, все отлично. Поехали. Так, а это у нас, ага, это у нас босс из Sonic. Из игры Sonic, да? Ну давай так вот сделаем.
Так, потом вот этот. Все, добили мы эту осу. Теперь Акс будет делать. По красоте. Он, ребята, еще ракеты выпускает, я это помню. Так, это у нас последняя волна, поэтому можно потратить и свои суперудары. Так, ну что, добей его. По красоте. Квест пройден, первые шаги. Похоже, доктор Эггман работает над Дримоген. Я не удивляюсь. Злодей своего мира, кажется, с ним справиться несложно. Ох, я уверена, мы от него еще не отделались. Я думаю, другие злодеи поднимут свои поганые головы. Зона разблокирована. Да, ребят, мы с вами попадаем, наверное, во вторую зону. Еще один квест пройден. Заберем-ка эти награды. Давай, заберем. Вау, тут и тут. Так, пройди этап 6 в зоне 2. Угу, понятно. Возможные добычи. А что у нас тут такое? Сотрясители. Так, Акс-боец пропитывает землю магией и штурмует команду врага землетрясением и пожарами. Наносит 78 магического урона команде врага. Если уровень отряда 2 в плюсе, вызывает оглушение команды врага. Слушай, наверное, надо нам это сделать. Вот так, вторая стадия, отлично. Ну и все, вроде бы, поехали. Так, квесты, вперед. В бой. Так, ага. Начну, ребята, с ниндзя, потому что ниндзя очень сильно критует. Поэтому его желательно уничтожить сразу же. Так, поехали. Нормуль. Добиваем. По красоте. Так, эти охламоны что-то ждут. Что-то ждут. То есть они уже готовы меня атаковать, да? Так, тихо, спокуха, тебе макарить. А ну-ка, Акс. Ой-ой-ой-ой, как классно сейчас получилось. Прям такая супер комба. Ой, я обожаю, ребят, когда так все получается. Так, фаер. Стоп! Не шути со мной, гаденыш. Ведь сейчас буду нахлобучивать тебя. Так, где у нас совмещение? Вот идет. Воу-воу-воу-воу. Супер-пупер. Супер-пупер-друпер, да? Ну что, добиваем. Так, это у нас была первая волна. Еще у нас вторая будет. Что ты делаешь? Что ты делаешь, охламон? Завалили. Так, а это что это у нас такое? Кто? Агеха. Слушай, мне не нравится, ребята, Агеха. У нее 574 хп. Ага. Не дурно. Нам нужно быстрее, ребята, разобрать этого ниндзю. Погоди, 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 вот так вот давай. Отлично. Так, вот так. Так, упс, ничего себе ты жаришь. Так, давай-ка ее немножко оглушим. И дальше будем добивать. Так, поехали. Два удара ей, нормуль. Блин, смотри, как она. Павших героев можно оживить совмещением их цвета. То есть, ребята, если я буду собирать вот эти вот красненькие гемы в ряд, у нее будет вот здесь восполняться шкала. Как только она наполнится, она у нас опять оживет и будет принимать участие в бою. Поехали. Так, слушай, мне не нравится, что-то она там затеяла. Атака молотом. Нахлобучили ее. А как ты дышишь в этом мече? А я и дышит ртом и носом, как и ты, дурашка. Нет, я в том смысле... Только дернись, и сразу отведаешь моего клинка. Ух ты, а ты откуда? Двигаешься как ниндзя. Вы не похожи на остальных глупых созданий. Яй-яй и... Может, по ходу рассказать? Враги уже близко. Так, я что не помню, разве она ко мне должна присоединиться? Пятый уровень у нас уже... Еще один квест завершен. Награды, а вот и мы. Давай заберем награды. Так, первые шаги. 15 карточек, ребят, мы забрали с вами на нашу девочку. Тут мы тоже все забираем. Все. Так, интересно мне знать.
Вот этот, по идее, ниндзя должен у нас открыться. Но, как я вижу, пока никто не открылся. Так, обновляем. Тут еще, кстати, можно повысить. Повысим, конечно же. Уровень. 2 звезды, ранг повысили, отлично. Это по красоте, ребята, между прочим. Так, и еще вот здесь повышение делаем. Ой, не туда уже пошел. Тоже могу повысить. Давай, Эми, получай 2 звезды. Замечательно. Так, смотрим дальше. Остальных пока не можем мы. Вот, шиноби, ребята, должен открыться у меня, но не помню когда. Погоди секунду, что мы здесь еще забыли с вами? А, подготовку сделать. Так, и тут у нас очередной квест завершился. Да-да-да-да-да-да-да, я понял. Ну что, ребят, давайте еще, наверное, один этапчик с вами пройдем по-быстренькому и будем, наверное, на этом закругляться. Я буду ждать от вас комментарий по поводу этой игры. Если будут положительные и их будет много, конечно же, мы с вами продолжим играть. Так, ну, в первую очередь, конечно, нужно убирать ниндзя. Я вам уже говорил, почему. Они, потому что дамагеры, бросают свои ножички, которые очень-очень больно критуют. Ну, давай так, ой, подожди, вот так. Так, добиваем? Добили. Так, беремся за второго ниндзя. Твой герой получил губительный эффект. Нажми и удерживай, чтобы посмотреть. Так, ну, как вы понимаете, ребята, этот персонаж не может атаковать, потому что у него оглушение идет. Вот так вот. Так что нет смысла сейчас за него играть. Понимаете, да? Если я буду желтенький сейчас делать, это будет просто впустую. Поэтому давайте вот так вот делать. Ай-яй-яй. Ну-ка. Давай так вот сделаем. Все впустую, ребята. Все было впустую. Ушатали, молодцы. Так, это у нас первая волна, поэтому суперудары мы тратить с вами не будем. Потому что обычно на последней волне всегда у нас мощные-мощные враги. Да успокойся ты уже. Так, этот чувак уже сильный, я уже вижу, ребят. По нему прям чувствуется силенка. Так, совмещаем. Так, а кого же сейчас? Давай вот так вот сделаем. И вот так вот. Погоди, погоди, погоди. Ну, в принципе, ладно, ладно. Давай так вот сделаем. Так, Аксом, пора сходить Аксом. Смотри, какой джеб. Блин, он крепкий этот малый. Добили, наконец-то. Наконец мы его ушатали. Так, тихо. Ай-яй, ты, главное, держись у меня там. Не... Ай, надо было вниз, наоборот, спустить. Да что ж ты будешь делать? Не то сделал, ребят. Маленечко лопухнулся. Бывает, бывает. Как говорится, за всем не уследишь. Так, Акс оглушен у нас, я понял. Добиваем, отлично. Так, что у нас тут? Старая команда, да? Ну-ка, давай вот так сделаем. Потому что это, ребят, последняя волна, можно уже и побуянить. Добиваем. А ну-ка. Ай, по красоте-то как идем. Смотри. Просто разруливаем ситуацию. Давай вот так вот. Супер удар. Ха-ха. Что-то квест первые шаги все никак не можем пройти. Каждый раз нам показывают, мы его прошли. И все никак не пройдем. Ну что, ребятули, наверное, будем с вами на этом закругляться. Я надеюсь, вам понравился этот видосик. Я, как говорится, жду от вас комментов. Ну а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.